меня села батарея, и ее пришлось подключить. Ну, в смысле, камеру. Дальше пошли. Вот такая от Avon кисточка для нанесения массы. Классная штука. Также от Avon для вокруг глаз вот эта штука. Тоже, когда буду сейчас все это перебирать, надо посмотреть срок годности, потому что, возможно, что надо выкинуть. Тут еще есть половина. А Диадемин спрей очищающий. Ну, оставлю, потому что другого ничего нет. Но он мне не нравится, отвратительное говно. Плохо смывает. И глаза щипят. Вот такая вот Вейва не тоже брала. Ни разу еще не пользовалась, смотрите. Ну, это очистить лицо, в общем. От Фаберик дезодорант для интимной гигиены. Цветочный аромат. Так его ждала. Думала, ну, после бритья, чтобы чуть прижигала, чтобы не было прыщиков в интимной зоне. В общем, он пахнет, как, знаете, как освежитель воздуха. Его хрен выветришь. Вот я его брызгаю в ванной. Все здесь потом воняет. Я задыхаюсь. У меня реально начинает, ну, перекрывать, ну, как бы дыхание. То есть я его однозначно больше не закажу. Я им не пользуюсь. Так, с Египта привозила фирма Клеопатра алоэ вера. Здесь масло. От масла холодного отжима без добавок. Видите, совершенно не пользовалась. Я забеременела, когда была беременна, ничем я не хотела пользоваться. А какой срок годности? Хрен его знает. Так, 15-й год. 3 года. Валит 3. Надо у мужа спросить. 3 года это можно оставить, там что-нибудь помазать. Следующая маска, такая грязная, такая маска-пленка для лица с черной икрой. Баласто, прикольно, но, ну, я ее оставлю. Могу закончить, кстати, все полка заканчивается. Там связаны щетки, потом пеночиститель тоже надо ее выкинуть. Фу, все в пыли. Помыть надо. Расческа грязная, тоже ее помыть надо. Дальше, там марганцовка стоит, купали сыну. И вот таких два средства. Это маска для рук и ног. Тоже. И скраб для рук и ступней. Эту серию я очень люблю. Вот я не использую для ступней, я использую для рук. Вот я нанесла скраб. Уже руки нежные, шелковистые. Можно нанести маску, но сейчас у меня опять же нет времени. А так вот эта серия офигенная. Это с маслом ши для рук, которая... Кайф вообще. Ну все, здесь в принципе ничего не остается. Осталось это все помыть, срач. Срач. Ну что, все, перебралась я сюда. Там станок у меня, кстати, надо тоже выкинуть. Средство для интимной гигиены, то, что у меня осталось. Плеяна от этой фирмы. Ну, она пенка. За ребенка такая штука крутится, водичку пускает. Надо батарейки поменять. Малыша, шампунь еще не пробовали. Ну, понятно, он новый. Рошпазе гель для душа. Тоже недавно покупала, оставляем. Термомаска фитнес стоит, давно не пользовалась, вообще 100 лет. Наверное, будет выкинут, потому что непонятно. Срогодность. Но в 14 году сделана, выкинем, она вообще новая. Грязевая, я ее выкину. Так, потом планета органика. Натуральная грязь мертвого моря. 5 вариантов применения, видите, маска для волос против перхоти, пилинг для регенерации кожи. Господи. Маска для лица, против целлюлита, обертывание для тонуса и омоложения кожи. Девочки, я ее не могу найти. Это супер вещь, это классная вещь. Это, в принципе, доступная вещь до 500 рублей она стоила. Я покупала ее, как он, магазин Ривгош, да? И она исчезла. А мне так понравилось. У меня болели мышцы, я залазила в ванну, намазалась этой штукой еще до беременности. И мне проходила боль в мышцах. Выкидываю, потому что старый станок тоже... выкину. А Лептит Марселе гель для душа остается. Видите, вот тут грязно. Гель для душа Тейван. Морская лагуна остается. Такой гель тоже остается. Гель, что с ним будет? Акс гель. Эксайт. Муж ему остается. Ты что тут делаешь? Профессор? Пробники у меня тут стоят, Пантин,
для Петит Марселье, надав. Я не люблю пробники. И дальше скраб для лица вот такой. Все надо будет мыть, скраб, увлажнение, свежесть. Это вообще надо будет тоже посмотреть, потому что, возможно, по годности. Скраб очищающий на чистой линии. Нет времени пользоваться дальше. Такое средство с крем-гель для очищения кожи лица. Это от Avon. Ну, мне кажется, такое баловство. Хоть бы срок годности был не очень, я его выкину. Так, Harvey Tal лосьон. Не дошли руки, не пользовалась. Ну, пропользовала только серию. Вот закончила. А до лосьона нет. У меня этот времени также. Дальше спрей от Травы Алтая. Хорошая, в принципе, серия. Посмотрите, что с ней превратилось. То ли плесень, то ли что. Вот, тут еще меньше половины, но есть. Срок годности. Масло совершенно ровное. Вот ровное, полное. Я деньги. Почему вы сейчас спрашиваете у меня, почему я ничего не заказываю? А зачем заказ? Посмотрите, я ничем не пользуюсь. Поэтому я не заказываю. Все. Сколько лет этому маслу? Дам если видео посмотреть. На года два. С Египта амлу привозила. Даже амлы нет времени нанести. Масло это хорошее. Так, дальше это выкидываем. Да, мне кажется, я не успею помыть это все. Сейчас все повываливается. Тазика не хватает. Новый шампунь Head & Shoulders. Блин, сюда буду ставить. Бальзамом не пользуюсь. Я вообще бальзамом для волос не пользуюсь, как лосьонами и молочком. Кремами для тела. Тоже бальзам от Hair Vital. Шампуни я их все вылила, что мне были, испробовала. А бальзамы я не люблю. Le Petit Marseillais шампунь. И Pantene шампунь. Вот такой тоже новый, недавно покупала. Все, полка свободна. Эту хрень тоже надо убрать будет. Все, это надо убирать, мыть. Вытяжка. И стены мыть, потому что они покрываются. Так, ну что? Прибралась. Муж мыл голову, блин, постоянно оставляет шампунь почему-то на возле раковин. Горячую воду, кстати, отключили. И на 2 недели, как бывает, знаете. Ну все, вот. Примерно вот так я чуть прибралась. Расхламление сделала на полочках в ванной. В общем-то, многое осталось, ничего не убралось. Так как срок годности есть, кто бы теперь еще пользовался. Не пользуюсь, потому что жарко, не пользуюсь, потому что, когда вот недавно родила, маленький ребенок, не хочу, чтобы частый контакт с ним, чтобы ручками мое лицо не трогал. Поэтому это максимум, это маски. Ну, иногда прыщ, когда вылазил, я вот этой вот, вот этим кремом мазала. Вот, щеточка, внесли для масок. Понимаете, вот здесь зубная щетка лежит, это надо вешать стаканчик специальный, там зубные пасты лежат, но надо покупать этот стаканчик этот. Кстати, такая, знаете, черная зубная паста, вот это, что я показывала, заказ сезона. Прям весь урок кожи собрать людей можно. Веледа пользуюсь вот этой детской, потому что маленькие еще маленькие. Ну, вот. Не доходят руки вообще до этого. Все, что осталось. Вот Faberlic, кислородный бальзам хороший. Вот это надо израсходовать. Пробник приходил мне. Вот так. Так, и переходим в другую полку, на вот эту. Вот это надо отлепить и выкинуть, потому что здесь было мыло, я сюда положила детские принадлежности. Вот эта батарейка с водичкой фонтан делает. Значит, детский шампунь, это мыло для интимной гигиены сюда встало. Знаете, побрил, да,
интимную зону и намазал. Все, сразу все прыщики, покраснения не будет, то есть классно. Вот такое вот заканчивается Johnson's Baby мыло. Мыло вот это мое от Zaytoon, я им моюсь. Станок мой и гели. Дальше идут шампуни. Вот они. Шампунь Keto Plus, видите, это вот дерматологический. Вот этот 800 рублей стоит. Этот закончить еще с роддома. Вот этот шампунь с курильским чаем и органическим экстрактом жасмина. Пахнет, знаете, мылом, тяжело смыть его, но они обещают, что будут густые волосы, и так оно и есть. Волосы действительно густые, но тяжело смываются. Все. Переходим дальше. Дальше мы переходим таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки сюда. На прихожую мы переходим и смотрим. Полочка, видите, она маленькая. Я... Вообще это все под вопросом. У меня просто нет туалетного столика, у меня нет комода. Вот здесь вот две такие полочки. Да? Вот верхнюю пока, она, видите, еще узкая. Ну, такая вообще. Тут уже ничего нет. Маска лежит, очки мои. Понимаете, понимаете? Это я закидала все сюда. И все. И все. Все закидала, все. Штука для прокладок. Все закидала. Такой набор мне приходил. Пробников присылали мне тоже. Виши. Ну, вот так лежит. Сюда, значит, идет. Здесь бардак не буду показывать. Это вот штуки накапливаются. Потом отдам детям. Здесь мужской отдел. Его позаканчивались, кстати. Этот, туалетные водички. Это мой отдел. Кстати, классная парфюмерная вода от Avon. Я сначала ее не заценила, я на себе ее не чувствовала. А теперь мне нравится, потому что она очень нежная и ненавязчивая. Летом хорошо использовать. Термоядерные. То, что мне нравилось раньше, что они были термоядерные, вот они, вот эти восточные. Сейчас я их не могу. За то, что мне тяжело дышать. Вот, здесь для волос. Ну, вот. Ну, вот так, на этом все. Да? Всем пока-пока. Бай-бай.